Но варенгойскому «Факелу» у себя на площадке не удалось прервать победную серию лидера чемпионата России питерского «Зенита». Итог 3-0. В каждой партии шла упорная борьба, которая дарила надежду болельщикам нашего клуба, но каждый раз хозяевам площадки не хватало минимума для победной точки в концовке. Стоит отметить, клубы выступали не в полных составах, у ямальцев буквально перед матчем почувствовали недомогание. Евгений Сиважелес, Корней Энс и Илья Петрушов. У соперника продолжают восстанавливаться после травм Иван Яковлев и Виктор Полетаев. В лазарете оказался и Егор Клюка. Была, конечно, сложная игра. Я думаю, что счет как раз показывает это. Мы старались меньше ошибаться. Знали, что у вас молодая команда, амбициозная. Мы, к сожалению, своей подачей особо не доставили сильных хлопот. Они приняли практически все, что могли. Мы проиграли достаточно много на приеме. С атакой, в принципе, мы справились в какой-то степени. Ну, видели, в принципе, две партии в борьбе, поэтому, да, было все достаточно ровно, но, тем не менее, за красивую игру и достойное поражение очки не начисляются. Что касается турнирной таблицы, «Факел» идет на 7-м месте. Впереди игра с «Динамо» из Ленобласти. У соперника на 5 очков больше.